Александра Вишневского с удовольствием приглашу. Александр, одного из самых титулованных спортсменов России, маститого тренера, организатора Кубка Вишневского, члена судейского комитета, видного соратника Федерации бодибилдинга и фитнеса России. Давайте поаплодируем. Александр Вишневский, легенда российского бодибилдинга. Примите мое уважение, собственно, как всегда, неизменное уважение. Девятое место, номер 317, Толманенко Виталий, Республика Северная Осетия. Восьмое место, Газин Алексей, Москва, номер 360. Седьмым становится Архипов Кирилл, Челябинская область, номер 321. Шестое место, Севастополь, Тарабин Михаил, номер 351, прошу вас. Крепкое рукопожатие от Николая Ясиновского. Пятое место. Маслов Денис, Сахалинская область, номер 311. И не менее крепкое рукопожатие от Александра Вишневского. Четвертым становится Куриленко Максим, Челябинская область, номер 316. Бронзовая медаль. Кубок. Приз от Пюрпа-3. Тронов Алексей, Москва. Серебряным медалистом становится представитель... Интрига! Санкт-Петербурга, Зебаль Сергей! Ну и чемпионом с отрывом, почти единогласным решением судей, Аркадий Величко, Екатеринбург. Что-то мне подсказывает, что он только что продлил свой контракт. Я прошу подняться на сцену Вячеслава Угринова. Слава, пожалуйста. Позволишь, я сам тебе вручу эту медаль. Мой друг, хороший товарищ, соратник, единомышленник, я тебя поздравляю. Ты ее заслужил, это правда. Вячеслав Угринов, тренер Виталия Фатеева, тренер Аркадия Величко. Слава, надо подойти поздравить ученика, поучаствовать в этом деле, это благое дело. Многих и многих. Слава, улыбайся! В основном тяжеловесы воспитывает Вячеслав Угринов. Давайте ему поаплодируем.